чем заключается сегодня наша игра? В том плане, что я сегодня с женщинами мы разобрались, и перейти к мужчинам, мужчинам-тиранам, и угадать, кто из них все-таки хороший, добрый человек, а кто имеет темные делишки. А, то есть мы будем видеть и угадать, это тиран или нет, и кто это такой. Ты как экстрасенс сейчас. Ну, давайте сразу по внешнему виду. Честно, тиран это или нет? Вот как вы считаете? По глазам, я думаю, нет. Ну, психотипы же разные люди бывают. Ваня, ты считаешь, что он добрый человек? Мы изучали эти психотипы, да, и по его закрытым, ну, здесь, если волосы спущены, да, то он тиран. Ты думаешь, что он тиран? Да. Давайте проверим. Да, он тиран. И это Александр Шульгин. Это бывший супруг певицы Валерии. А, ну вот поэтому вы наверняка слышали, да. У них трое детей, он третировал не только Валерию, да, но и своих детей. И, кстати, с другой супругой, Юлией Михальчик, повторилась та же самая история. Интересно, а мужчины вот такого характера меняются, нет? Ну, как видим, нет. Он же, если со второй супругой. Если им попадается женщина. Если им попадается мужик, который... который забирает. Так, кто это такой? Ну, наверняка вы догадались. О чем думают женщины или как там, о чем говорят? О чем думают женщины? О чем думают женщины? Ну, Мел Гибсон же? Да, это Мел Гибсон, все верно. Как вы считаете, он тиран? Мне кажется, да. Или хороший человек? Нет. Не тиран. Нет. А Ника думает, что тиран. Давайте проверим. Вспыльчивый человек. Ага! У него была супруга русская, Оксана Григорьева ее звали. Она пианистка и модель действительно русского происхождения. Так вот, она обвинила его, Мела Гибсона, в том, что он ее бьет. И постаралась лишить право видеться с ребенком, и штраф $750 000. Мне вот интересно, вот эти факты, что они обвиняют друг друга в том, что он бьет, там, издевается, или наоборот, с женской стороны, они как-то подтверждаются, или это все на уровне слухов обычно? Побои сняли, ушли. Ну, тем более же, если это в суде отстаивается, в суде выносится решение об опеке, тогда да. Когда дело касается звезд, ну, здесь это просто резонансное дело, и поэтому... Ну, это может быть и хайп. Это никак, это может быть и хайп, может быть и неправда, может быть правда. Давайте угадаем. Это Аарон Пол. А вот здесь он какой-то маньяк. Да, он выглядит как маньяк. У него глаза, посмотрите, какая бровь сморщена. Но я думаю, что это такая запутавшаяся картинка. Нет, запутавшаяся? Да, я скажу, что нет. Я скажу, что он нормальный. Ты тиран, Ваня? Я скажу, что тиран, потому что, ну, по его внешности понятно. Он ангел. На самом деле, Аарон Пол очень хороший, добрый человек. Он даже лично разносил как-то открытки своим папу. Не знаю, может быть, и котят. Кстати, это хорошая идея. Открытки разносил, теперь надо котят где-то. И котятам хорошо. И вот поклонники, не факт, что рады будут. Да у него, потому что девушки нет. Думаешь, да? У него времени свободно. Слушай, никто нервы не портит. Котятки. Ваня сегодня очень много говорит. Давай его возьмем как-нибудь и проверим, тиран он или нет. Как вообще, когда мы на смерти будем? Тиран. Ну, ты какой-то. Всем тираном тиран. Кто это, подскажу вам, фильм «Блейд» видели? Да. Это Уэсли Снайпс. Как он постарел. Это он. Да. Ну, здесь вот самое какое-то, еще ободка не хватает такого. Как вы считаете? Крылышко. Хороший ли он тиран? Я скажу, что он хороший. Тиран. Его бывшая девушка, вы прекрасно знаете, это известная актриса Холли Берри, у нее есть Оскар. Так вот, он однажды так ее ударил, что она даже на некоторое время оглохла. Обалдеть. Да? Давайте дальше. Кто этот шикарный мужчина? Он добряк. Я считаю, что он добряк. Добряк. И вы правы, действительно, Уилл Смит, примерный семьянин, у него двое прекрасных детей, он поет, танцует, и некогда ему просто-напросто распускать руки, да и неохота. Поехали дальше. Это... Это же... Я не знаю, кто это, но... Ну, в смысле, знаю, кто это, на фамилии. Я скажу, что он хороший. Это Хью Джекмен, да, Росомаха из «Люди Икс». Он еще танцевал, танец танцевал. У него куча историй как раз с супружеством. Плохих? Он тиран? Да. Нет, он очень хороший человек, он душевный, прекрасный семьянин точно так же. И, кстати, был однажды такой случай, что он успокоил свою плачущую фанатку, подошел, сделал себе совместное селфи, все, она была счастлива. А мы переходим к следующему мужчине. Кто же это такой? Тиран. Шон Пен. Это Ник Вуйчич в старости. Тиран. Это Шон Пен, известный американский актер, как вы считаете? Тиран. Тиран. Да, и вы правы, действительно, он даже прилюдно бил Мадонну, они были в браке с... этой прекрасной певицы. С Мадонной. А давайте дальше. Это Хабенский, конечно, ангелок. Ангелок? Вы правы, действительно, у него первый брак закончился трагически, его супруга умерла от рака, и сейчас у него благотворительный фонд, он помогает детям с онкологией и
Слава Богу, что есть такие люди. Поехали дальше. Марат Башаров. О, так это всемирно известная история. Он, конечно, тиран. Он там на фоне алкоголизма избивал свою жену. Эту историю на всю страну. Да, реально, серьезно, есть. Он, по-моему, на третью у него по счету. Вот. Это, я расскажу вам, Бобби Браун. Бобби Браун. Это известное такое имя, говорящее. Привет. Бобби Браун. Ну, рэпер, да, какой-то. Да, он рэпером был в свое время. Давай тоже тиран. Да, Ваня. Тиран? Да, действительно, это супруг печально известной Витни Хьюстон, тот самый, который бил ее и подсадил на наркотики. Жесть! Да, и многие говорили, что он именно убил. Давайте еще раз посмотрим на него. О, какой-то нехороший. Лена. Дальше. Это тоже Браун, только Крис Браун. А, Крис Браун нормальный, наверное. Сказала Ника. Хотя вообще не знаю. Нормальный. Я думаю, что да. Нет, это бывший бойфренд певицы Рианы. Однажды она отказалась показать ей смс, и он ее поколотил. Скала. Ну, с этим-то грех. Один раз ударит, что... Мне кажется, он нормальный. Он нормальный, он бодрый, конечно. Он большой, но добрый. Чем больше, я тем очень добрее. Надеюсь на это. Да! И вы правы, друзья. Это очень известный актер и добрейший души человек. Поехали дальше. Александр Домогаров. Ой, я вообще не знаю, но... Это ведущий Первого канала, да, по-моему, раньше? Это актер. Актер? Актер. Он играл в «Гардемаринах». Наверное, он очень много озвучивал, рыжкал. А есть хороший, плохой и нейтральный? Мне кажется, он нейтральный. Актеры все тираны, поэтому он тиран. Он действительно, у него были очень большие проблемы с алкоголем, и действительно доставалось его вторым половинам, как бы. В общем, выяснили мы, друзья, кто есть кто. Следующая фотография должна была быть Ванина. Ну вот, ты можешь на него посмотреть. А вот на этот вопрос пусть по моей фотке ответят телезрители наши. Ты заманиваешься как социальные сети. Понятно, пусть по моей фотке скажут. А ты уже скажи, в каких соцсетях-то писать. Где? New Day. New Day. Аккаунт New Day Actis. Да. Пишите там, тиран я или нет. Ну, мне кажется... Сейчас хейтеров словлю. Ну что, переходим к нашей фэшн-рубрике «Акцентология».